антивакцинация привести к появлению отека в области инъекции ботулотоксина? Здесь же ответ противоположный. Согласно Ассоциации эстетических хирургов, отека здесь быть не может. В отличие от филлеров, которые рассасываются от полугода до года, ботулотоксин после воздействия на нервные окончания и блокирования функций проводимости подвергается деградации. И поэтому никакого отека после вакцинации он давать не может.